Архангельские любители хоккея, наверное, сразу узнают своих земляков. Да, вы не ошиблись. Это действительно команда «Водника». Наш кинооператор встретил спортсменов на улицах Ленинграда перед очередным матчем на первенство страны по хоккею с мячом. Игра началась настойчивыми атаками ленинградской команды «Динамо». И это понятно. Ленинградцам очень нужен выигрыш, чтобы остаться в команде класса. У «Водника» положение в турнирной таблице лучше. Команда на четвертом месте. Успех, кажется, не очень кружит голову хоккеистам «Водника». Они тоже все время атакуют. Однако они настолько увлекаются атаками, что забывают о защите своих ворот. Ленинградец Кармушев прорывается к воротам гостей. Гол. Во втором тайме хоккеисты «Водника» решили отыграться. 9 угловых ударов, но они не увенчались успехом. Ленинградцы не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Игра закончилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля.